И снова всем привет! Вы на канале Roman Games. И сегодня у нас наконец-то долгожданный летсплей по криминалке. РЖ в криминалке. Реальная жизнь в криминалке. Итак, сегодня я эту ночь переночевал у моего друга. И так как у меня пока что нету хаты, и мы едем на следующее задание, чтобы подкопить бабосиков и купить себе нормальную квартиру. Ездим мы прежде на нашей Таврии. Сейчас, думаю, мы здесь объедем, так срежем путь возле этих гаражей. Едем к белому. Хотя он негр, но зовет себя белым. А мы по кличке Бритва. Так, аккуратненько паркуемся. Давайте будем все-таки соблюдать правила. Мы же культурные люди. Мы же бизнесмены. Посмотрите, какой у нас костюмчик. О, привет. Ты не купил ракетницу, да ты уже достал. Итак, куда мне ехать? Так. Слушай, на следующее задание нам надо оружие покрупнее. Отправляйся в магазин оружия, купи ракетницу и не возвращайся. И возвращайся. Итак, нам нужно, короче, подкопить бабосиков. Блин, помните, в прошлой серии я вам обещал, что я уже за кадром подкуплю бабосиков, но забыл, короче. Итак, давайте, знаете что тогда? Съездим в деревеньку. Там подкупим бабосиков. Я забыл, что за кадром должен был это сделать, но ладно, сделаю это с вами. Забросил как-то я эту игру. Так, поехали к бабушке. Заодно бабушку проведаем. Так, Марк там стоит. Toyota Mark 2. Совершенно забыл, что я думаю, нам будет подкупить. Либо не лаги. Кстати, я включил себе низкое качество в настройках. Так что... Ну, в принципе, не должно. По трамвайным путем. И так аккуратно сюда. А ну? Не повторяйте этого дома. Так, сегодня пробок нету никаких. Так, я выключу. Итак. Кстати, в обновке даже делали... Боже, как сносит ее. Немножко. Делали новую дорогу. Сейчас вам покажу. Ручничок. Обрекнуть не получится. Если бы здесь какой-то грузовик добавили. А, кстати, один мой подписчик сказал, что здесь добавили танк. Это во-первых, а во-вторых, это дорога, смотрите. Прикольно, дорога реально. Это круги для НЛО. Прикольно. Неплохо здесь ездить. Да, скорее бы мне купить внедорожник. А, этот стоп. По колу, да? Походу, да. Ладно, итак. Выезжаем на нашу главную трассу. И что ж, увидимся с вами в деревне. Так, я уже в деревне. Так, сейчас, видите, тут... Стоп. Секундочку, а где? Тут раньше на карте были позначенные точки, где я, ну, как бы забирал деньги. Странно, их что, убрали? Сейчас, ну-ка, нужно посмотреть. Реально странно. Хорошие тормоза в этой тачке.
Страниссимо, блин. О, видите, как перевернулась наша тачка? Аномалия, блин. Вот, комар у нас... О, Жига, куда ты прыгал, блин? Давай, давай. Победа. А, фух, фух. Вот наши деньги. Сейчас мы сядем в этот, как его, киоск. Вот Porsche Cayenne. Хотел бы я вот такой вот джип. Он мне не по карману. Там новое, передавай белому привет. Так. Аккуратно не сбить гопника. На карту. А деньги мои? Могу я забрать деньги в салон? Нет. Ну ладно, ладно. Не буду гопников. Красть. Семок бы мне хотелось поесть. Давай аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ого! Ты что на двух колесах едешь, а? Выпендриваешься, да? Слышь, ты такая крутая. О, жигулька пик. Полицейский, о-оу. Давай, что ты заснул? Реально, братаны, разработчики, уважаемые, исправьте этот баг. Реально, очень-очень не стремно зацепить его, потому что он подключит, подмогу себе. Позовет подмогу. Отлично припарковался. Так, сельсовет. А я раньше, кажется, сюда заходить мог. Тут какой-то режим работы. А, это, походу, вся низкая графика. Понятно. А это что за машина? А почему она так ровненько стоит? О, аптечка. Стоп, если эта машина... Ее, значит, эти, видите? Как выпендривается. Ее, короче, как посунули. Смотрите, как они ее ровно посунули. Это точно кто-то из этих автомобилистов. Кто-то из этих автомобилей. Точно они. Ладно, поеду, проведу свою бабушку. Бургер у одного выпал. Я думал, магазин Гуччи, Санкт-Петербург. Мотоцикл. Так. Сейчас, короче, выйдем на главную дорогу. Лучшая пародия на криминальную Россию. Реально вам говорю. Давай. Это что, на Subaru движок был, да? А, дрифтануть тут не получится. Где-то здесь должна была бы быть маршрутка Богдан. Секундочку. Так, меня опять отвлекли. Это уже не новость, а гопник что-то стал. Ладно, давайте, короче, уже будем заканчивать. Поговорю с бабушкой. А вы, кстати, тоже не забывайте приветствовать своих бабушек и дедушек. Им очень-очень приятно. Будет и так. Давай, блин, заезжай. Что за лох? Это я про себя. Как ты так припарковался? Ладно, иду поздороваюсь с бабушкой. А вам я говорю пока. Всем хорошего вечера и ждите новых серий. Пока!